При любой чрезвычайной ситуации под ударом оказываются те, кто не может постоять за себя. К этой группе относятся и люди старшего поколения. Вот в условиях нового коронавируса выходить на улицу тем, кому больше 65 лет, крайне не рекомендуется. Скрасить их вынужденную самоизоляцию вызвались волонтеры. Был создан отряд «Мы вместе», который помогает людям пожилого возраста с продуктами, лекарствами, вынос мусора и то, что им будет необходимо в данной ситуации. Акция «Мы вместе» действует в Десногорске как минимум до 30 апреля. На весь Атомград 15 добровольцев, каждый из которых на расстоянии телефонного звонка. Существует единый номер телефона, где работает колл-центр, который принимает и обрабатывает звонки по всей России. Как только вы позвоните на него, вас перенаправляют, вашу заявку перенаправляют в региональный центр. И от регионального центра она уже поступает в муниципалитеты. Как известно, именно пожилые люди находятся в зоне особого риска. Коронавирусная инфекция в случае заболевания ею переносится ими крайне тяжело. Так что такая адресная помощь – это то внимание, которое особенно необходимо в такое непростое время. Как здоровится, Октябрина Андреевна? А все так же. Все так же. Все так же, солнышко мое. То так, то так, да? Ну хорошо, ладно. Вы, главное, держитесь и не болейте. И очень вас прошу, не покидайте дом. Если вам или вашим близким нужна помощь, то вызвать волонтеров можно по общероссийскому телефонному номеру 8 800 200 ровно 3411. А вступить в волонтерское движение можно на сайте добровольцероссии.рф. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.